Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 5 E39. Небольшой ремонт заднего крыла. Ремонт буду делать при помощи споттера. Итак, снимаю фонарь и начинаю ремонт. Сначала зачищу поврежденное место от краски и затем буду вытягивать по ребру жесткости. Теперь равняю место установки заднего фонаря. Равняю плоскости обратным молотком.
Покрываю крыло черной краской, чтобы лучше видеть потом неровности. Ну и теперь могу закончить ремонт крыла. Ну и на этом этапе работу с железом я закончил. Голый металл покрыл грунтом, установил фонарь и отдали машину на покраску. После покраски я собрал машину, и на всю работу ушло 20 часов. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!